Молодой водитель Владлена Олейник за рулем 5 лет. Говорит, сотрудники госавтоинспекции ее останавливают нечасто. По кольцу площади Революции из-за большого числа пешеходов девушка всегда едет не спеша, внимательно следя за дорогой. И сегодняшний день не стал исключением. Пешехода девушка заметила издалека и пропустила. Полицейские поблагодарили Владлену за внимательность и подарили ей сувениры. Это правило, да, в любом случае, это какая-то доброжелательность к человеку, который, ну, пешеход переходит. Вот. Мы должны вежливо друг к другу ко всем обращаться. Рейд «Вежливый водитель» сотрудники госавтоинспекции проводят раз в неделю. Там, где по статистике большая вероятность наезда на человека. На площади Революции все пешеходные зебры нерегулируемые. Поэтому полицейские часто здесь дежурят. Добросовестным автомобилистам инспекторы вручают сувениры. А нарушителям выписывают штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей и проводят разъяснительные беседы. С начала года зарегистрировано 750 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей. Соответственно, 18 граждан погибло, и свыше 900 граждан получили ранения различной степени тяжести. Владимир Баев, хоть и двигался по кольцу на небольшой скорости, пешехода не заметил. Сотрудникам госавтоинспекции пришлось остановить его для составления протокола. Сам Владимир свою вину сначала не признал, сославшись на то, что пешеход двигался быстрым шагом с правой стороны. Я даже не знаю, как она там или просто слилась с общим потоком, но в принципе-то я не знаю, почему так получилось. В принципе-то я как бы двигался не быстро, и я ее в принципе не мог не заметить. И при том, что мы ее оба не заметили, что пассажир, что я. Сотрудники госавтоинспекции просят и пешеходов не терять бдительности на дороге, не надеяться на то, что их заметят и пропустят. И переходя дорогу, обязательно убедиться, что водитель их увидел и снизил скорость, чтобы остановиться. Особенно в зимнее время года, когда гололед провоцирует плохое сцепление с дорогой, а значит возрастает и тормозной путь. Максим Магомедов, Никита Колосов, Василий Колдашов. События.